Да, разгрузочные дни, а я хочу от них предостеречь. Потому что организм за эти так называемые разгрузочные дни считает, что вот какие-то проблемы вокруг, и ему больше не дадут. И все, что вы едите на следующий день после разгрузочного, это все идет в жир. Потому что организм сразу накапливает. Задача общая какая? Не дать организму решить, что ему больше никогда не дадут есть. И не включать вот этот вот инстинкт животный.